Меня зовут Ракеля, я из города Алматы. В методике я 3 месяца. Хочу рассказать один из результатов моих проработок. Самый такой колоссальный на данный момент, наверное, это то, что я нашла свою сестру. В советское время у меня была сестра, которая переехала в Армению, в город Спитак. И через какое-то время там произошло землетрясение. Мы ее искали и просто не могли ее найти. И тогда мы поняли, что она погибла под завалами этого города. Потом еще один результат такой, что у моего отца был друг в Таджикистане. И когда там была война, он тоже пропал. Мы тоже не знали, жив он или нет. И буквально недавно отец меня попросил найти по интернету его хотя бы детей и узнать вообще, где отец, где папин друг. Я искала, не могла найти, во-первых, потому что когда набираешь в поисковике только фамилию, там вылазит очень много фамилий, а как звать детей, мы не знали. И тогда я решила проработать через суперэго, нашла своих родственников и друзей, от которых ни слуху, ни духу. Это просто было как-то нереально. Это один день я только проработала, и все, и на этом я забыла. Буквально через 2 дня я познакомилась с одной девушкой. Мы с ней заобщались, посмеялись, и тут она мне рассказывает свою историю, что они переехали в Армению со своей семьей после землетрясения. И когда я уже стала прислушиваться и стала спрашивать, как зовут ее маму, и она сказала имя моей сестры, даже не знаю, как это описать, а радости было просто... Слов нет. Вот. И через несколько дней на связь вышел друг папин из Таджикистана. Оказывается, с ним все в порядке. Во время войны он уехал в Россию. И он жив, здоров. И я просто очень благодарна суперэго, что это сила, это реальная сила. Найти людей, которых мы просто мысленно похоронили. Спасибо большое Даше, спасибо большое за то, что она донесла до нас такую методику, такую прямо силу, что и сделала так, чтобы мы в это все поверили, что все мы в это стали ее изучать, прорабатывать на себе и получать такие колоссальные результаты.